И всем доброго дня. У нас сегодня прошло уже 3 дня и ничего не изменилось, да. Как видите по роликам, весь участок, абсолютно весь перекопан. Это не сравнимо с тем, что было, когда была копка подвала. Но все равно, траншея проходит прямо по центру. Это значит, не могу ни бетон повозить, ни щебень повозить, ничего потаскать. Потому что в первую очередь нужно будет все-таки закончить с этой траншеей. Да, вчера было все равно дождик также. Но я все-таки решил измазюкаться глиной, спустился в эту траншею и смог прокопать на свой окончательный штык лопаты, закончить этот 10-20 метров. И потом началось самое интересное. Мне нужно соединить траншею с выгребной ямой. Здесь где-то 2, 1,90 метра. Копать нужно будет в глине под всеми грядками, чтобы эту землю всю не вынимать. Это вообще, ну, очень долго. То есть по объему понимаете, да, что 1,20 метра здесь окопа, и еще 1 метр здесь. Итого 2,20 метра, я там полностью того иду. Это как-то нужно выкидать, не развернусь. Поэтому принял решение копать траншейку, туннельчик. Я вчера начал, потихоньку шел, где-то на сантиметров 60-70 я уже углубился в него. Копал я в таких, мягко говоря, в плохих условиях, было и скользко, и все было мокро после дождя, и я падал тут, весь вымотался. Копал я с лампочкой, держал, но потихоньку, за 2 часа я смог где-то практически 1 метр прокопать туда. Вот еще где-то чуть меньше 1 метра осталось. Сегодня в планах добить уже, впихнуть эту невпихуемую трубу и забыть как страшный сон. По сути, для меня в этом году была намечена это самая сложная работа. Надеюсь, сегодня мы поставим точку. Но это не точно. Ага, вот ты где. О! Вот и нашел я дно своей ямы. О! Ну, что интересного у нас. Так, сейчас спустим свет. И я могу показать. Вон там, вдали, если присмотреться, так, то может быть видно, а может быть и нет, царапины на какой-то скале. Эти царапины, это и есть выгребная яма. То есть до бетонных колец я докопал. Они находятся, если приподняться, прямо вот за этой стеной. Вот там уже грядки, цветы. Ну и чтобы вот такой гигантский массивный объем не вычерпывать, был прокопан туннель. Да, туннель прокопал, прокопал. Это вырежем. Потратил я где-то часа 4,
Ну, сегодня два, и вчера два вечерком. Но я прокопал его как раз под трубу 260-ю. Ну, то есть с запасом. А, теперь осталось будет спуститься в грибную яму действующую, да. Привет, запашку. Пробурить перфоратором проход, соединить здесь трубу, и трубу погоним туда транзитом вон до лоса. Труба есть, сейчас наберу переходников, но я думаю, это будет позже. Самое сложное будет это сейчас как-то пробурить проход, угадать, где находится пещера с той стороны. И в путь. Ладно, пойдем искать отверстие, что? Отверстие само себя не сделает. Готово. Еще одно маленькое достижение. Спустились мы в грибную яму, проделали отверстие и соединили начало входа в пещеру и конец. Кинул туда трубу 150-ю, уличную, как вот как положено, хотя она немножко дороже, чем серая. И все, и теперь, сейчас, ну видите, да, песочек не постелил, я постелю. В планах здесь... И пока не знаю, не придумал еще. То есть сюда сейчас накидаю песка, приподниму, чтобы был уклон, и пойдет плавненько с песком, склоном до конца. То есть уклон мне подсказали от сантиметра до двух на метр. И так потихоньку туда должно идти. Но там будет пустота, вот в пещере. Вот что делать, я пока не знаю. Я, может, постараюсь как-нибудь туда налить мокрого песка, ну, то есть засыпать, оставить выемку и там налить, чтобы под давлением песок туда сам, мокрый сам зашел. Либо можно шнеком сверху сделать отверстие и туда залить тоже мокрого песка, он там разляжется и не будет оседания. Не знаю, может посоветовать еще, я что-то в голову ничего не приходит, как эту пещеру заделать и чем заделывать. И надо ли вообще заделывать, или просто доску подложил и все. Не знаю, честно. Этап следующий. Везу песок, делаю подстилку, потому что у нас земля неровная, чтобы трубу не повредить большим грунтом. Нужна песчаная подушка. Сыпем подушку, потом положу трубу, и сверху на трубу еще подушку,
чтобы грунт также не повредил нашу трубу. Че, за дело, вперед. Так, ну, вроде бы держится. Ну что, закончил я еще одну часть. Проложили мы подстилку песочную, 15 метров трубы. И тут получилась вот такая вот не очень красивая часть. Рыжие трубы, вон, оранжевая, бледно-оранжевая, вообще не оранжевая. Состыковал в переход. Это у нас ревизка. Это чтобы, когда грунт заполнится у нас, мы взяли тросик, открыли и тросиком почистили сколько можем туда, остальную часть оттуда. Ну, как-то это просили не забыть сделать, потому что со стороны будет лоса, не очень-то удобно. А так тросик пошел и напрямую. Пришлось развернуть часть эту угловую, чтобы тросик пошел именно туда, а не в сам лос. Это тоже важно. Ну и осталась последняя часть. Тоже опять нелегкая. И с сантехникой закончим. Две проблемы. Первая, у нас облака идут большие. Надвигается буря, походу. А вторая, нам опять придется копать 40-сантиметровую траншею. Вон там подключение у нас находится. И, может быть, видно, продолбить бетонное кольцо, найти эту пещеру и пропихнуть, и уже со стороны бетонного кольца на ощупь стыковать вот эту часть. И, в принципе, сантехника будет покончена. Так, ну что, пока нет дождя, начнем. Ну а там будем заканчивать опять с фонарями, как всегда, с каким-то фонариком за перфоратор. Ну, что могу сказать? Это не я, это погода. Не дает мне работать, а у меня есть участок завязан с земельными работами. Хороший грунт, плохой грунт. Утрамбованная глина, копать, ну да. Ладно, пока, в принципе, никто не гонит.
Буду отталкиваться от погоды. Что-то я не учел, что будут дожди, надо было посмотреть. Я как бы, в принципе, планирую, когда смотрю на погоду, получается через задницу. Когда не планирую, получается тоже через задницу, поэтому тут не угадаешь. Вроде как с понедельника будет сухо. Мне осталось еще рывок, и я закончу земельные работы, уже успокоюсь, и кошмар закончится. Этой грязи, наверное, уже больше раньше не будет. Осталось немножко потерпеть, пересилить.